В воскресенье на главную площадь Амстердама выгрузили 10 тонн подпорченных помидоров. После этого центр столицы Нидерландов превратился в поле боя. Впрочем, эти помидорные бои не развлекательные, а протестные. Таким образом, голландцы выражают свое несогласие с санкциями, которые Россия ввела на импорт продовольствия из стран Евросоюза. Теперь голландские фермеры терпят убытки. Идея подраться помидорами в центре города была заимствована у знаменитого фестиваля «Томатина», который ежегодно проходит в Испании. Откликнулось около 2000 человек. Мы организовали это из-за российского бойкота. У наших фермеров большая проблема из-за того, что они больше не могут поставлять свою продукцию в Россию. И мы пытаемся помочь им, собрав деньги. Все здесь заплатили по 15 евро, и эти деньги пойдут фермерам, которые сейчас терпят трудности. Бой длился около часа. Кроме помидоров, жертв нет. Побитые овощи и их остатки соберут и отправят на завод по производству биотоплива. Напомним, в ответ на американские и европейские санкции Москва 7 августа на год запретила поставки в Россию фруктов, овощей, мясной и молочной продукции из США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии. Нидерланды – один из крупнейших в мире экспортеров помидоров, картофеля и огурцов.